акцизного налога на топливо. Надежда правительства тем или иным способом пополнить бюджет за счет новых налогов вызывает яростную критику специалистов конкретной отрасли. Введение портовых налогов, повышение налогов на автогаз и так далее и тому подобное. А что на сей предмет говорят экономисты? Андрей Яковлев знакомился с академической точкой зрения. Для введения или повышения налогов требуется провести исследование, как этот налог повлияет на соответствующую сферу. В случае налога на порты, предложенного Министерством экономики, эксперты посчитали, что никаких расчетов о влиянии произведено не было. Мы должны вложить очень много денег в инфраструктуру самих портов, чтобы сделать их конкурентоспособными. По-моему, на данный момент наши порты еще нуждаются в инвестициях, чтобы сделать их лучше, чтобы потом делать деньги. Так что я был бы против налога на порты, особенно если порты продолжают вкладывать деньги в развитие. Но если порты, конечно, вынимают деньги и платят себе дивиденды, то да, можем говорить о том, что мы вводим налог на это. Решение, мало того, что непродуманное, оно еще и вредное. Мы все выразили сомнение в том, что был какой-то обсчет ситуации по модели эластичности спроса на портовые услуги, структуры доходов порта, надежд иностранных инвесторов, которые вкладываются. Вот хотя бы эти три фактора, в них настолько велика неопределенность, что здесь любое действие, которое может быть как-то на благо, хотелось бы его сделать со стороны политиков, оно оборачивается своей противоположностью. Будет только хуже. Если говорить о повышении налогов на газ как вид топлива для автомобилей, здесь мнение академических экспертов разделяется. Одни поддерживают и называют такое повышение обоснованным. Другие же считают, что правительство таким шагом пытается латать очередные дыры. Сейчас, когда процентов 6-8 автомобилей в Латвии перешли на этот газ, сейчас это будет задушено. Вы заметили, сколько сейчас появилось чадящих машин? Значит, от политиков вниз передается, ну, наплевательское отношение к вопросам экологии. Мне кажется, что справедливо, хотя я понимаю, что у некоторых людей сделаны газовые установки, но если бензиновые платят налог, то и газовые должны платить. Почему мы должны делать исключение для газа? При оценке работы правительства над бюджетом будущего года в целом у экономистов складывается впечатление, что в работе нет ни логики, ни этики, зато вполне очевидны политические предвыборные интересы. Большинство средств выделяется министерством, возглавляемым представителями одной партии, немного меньше – коалиционным партнером. По мнению экономистов, в правительстве сейчас меньше всего думают о развитии государства. И еще один маленький, но говорящий факт. Кто-то заметил, что следующий-то год будет уже годом евро? Обсуждение идет в латах. Я думаю, это не техническая оговорка, а это инерция мышления продолжается. Вместо того, чтобы подумать о том, а что будет вот после 1 января, правительство занимается, ну, вот такими чисто политическими играми, пускает пыль в глаза народу. Андрей Яковлев, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.